Всем привет! Сегодня мы продолжаем разговор о платформе Lorico. Для тех, кто не знает, что это такое, я напомню или просвещу вас. Проект Lorico представляет собой революционную платформу на блокчейн для запуска и проведения ICO, чтобы сделать процесс ICO более эффективным и безопасным для инвесторов. Сегодня мы рассмотрим white paper данного проекта. Для тех, кто не знает, что такое white paper — это основной технический документ любого проекта в криптосфере. Для чего нужен white paper? Для того, чтобы инвесторы оценили данный проект, прочитали всю его документацию, его идеи и планы развития и приняли свое основное решение – инвестировать или не инвестировать в данный проект. От их решения зависит многое, ведь если проект не соберет достаточно средств заявленных, то он не сможет реализовать свои идеи, и деньги придется вернуть инвесторам. Также инвесторы могут вычленить через ICO скам-проект это или стоящий проект. Данный white paper расписан более чем на 35 страниц. Здесь приведено множество инфографики и планов развития данного проекта. Сейчас вы можете видеть планы развития, различные графики, data size и многое другое. Также представлены схемы различия между DAO, DICO и ICO, чтобы инвесторы понимали суть данного проекта. Работать данный проект будет на блокчейне эфириума, протокол ERC-20. Также сейчас вы на экране можете видеть схему, то есть бизнес-модель данного проекта, и можете понять, как он будет работать, просто рассмотря эту схему. Также здесь представлены планы развития. Здесь вы можете видеть лимитированный выпуск, то, что данный токен можно будет майнить, и различные другие преимущества, которые будут влиять на стоимость. Вот еще одна схема, которая позволяет понять принцип действия данного проекта. Ее тоже необходимо изучить. Далее. Сейчас я вам покажу еще, что мне показалось интересным. Здесь множество информации. И вот теперь конкретно о проекте. Как он будет работать? Работать на протоколе Ethereum. Будет в дальнейшем сделан форк Lorico. И это приведет к повышению стоимости токена. Это с огромной вероятностью. А также хотелось бы отметить, что данный проект сделает свою биржу. Эта биржа будет поддерживать ICO, которые только что собрали средства через данную платформу. Распределение токенов будет выглядеть следующим образом. 70% на краудсейл, 15% на маркетинг, команды и фаундеры 9%, адвайзеры 3%, баунти компания 3%. Все собранные средства будут распределены следующим образом. R&D, то есть Development and Research 50%, маркетинг 30%, операционные расходы 12%, сервис 5% и прочие расходы 3%. Всего будет выпущено 16 миллионов токенов для ICO. Софткэп данного проекта составляет приблизительно 1 миллион долларов, хардкэп 12 миллионов долларов. Дорожная карта данного проекта расписана на стратегическую перспективу. А в white paper написано, что до августа, на сайте до сентября, так что я думаю, на сайте более свежая информация. И дорожная карта все-таки до сентября. И также приведены плюсы и минусы данного проекта. Вот, в общем-то, и все, что хотелось рассказать о данном проекте на сегодня. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.